Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco. No sé a qué aún te encuentre cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto. Qué dulce fue tenerte dentro. Привет! Сегодня я делаю обзорчик на новинку, на тени The One Refill и румяшки. Сделала макияж, уже проходила сегодня полдня. Вам покажу и также покажу все свотчи. Как же я ждала этой посылочки. Посмотрите, сколько мне пришло тенюшек. Я заказала, конечно же, все, потому что просто обожаю тени. Первое впечатление, они все в упаковочке, оттенки, гамма. Румяшки. И еще одних румяшек не было. К этому в комплекте идет 3 рефила бесплатных и 4, получилось, и 4 вот таких вот больших. Это даже больше, чем на самом деле вот этот весь комплект. Но я думаю, что потом кому-нибудь буду в подарок раздавать. И плюс, конечно же, это праймер для теней. Это то, что очень-очень долго ждала, не было в компании. Итак, будем смотреть свотчи. Я распределила. Итак, давайте посмотрим. Первое – это морозное серебро. Достаточно пигментированный оттенок. Это первая палетка. Протестирую всю коллекцию теней. К сожалению, уже разбила рефил, потому что туда-сюда тусовала вот в такие вот палетки. Сейчас я нанесу праймер, потому что праймер у нас припечатывает любые тени. Кроме того, сухая кожа рук не даст нам посмотреть настоящий оттенок теней. И ваши тени не припечатаются так. Это как клей. Поэтому рекомендую любой макияж делать только с праймером. Морозное серебро. Золотистый песочный. Жемчужно-розовый матовый оттенок. Сливовый тауп, вот это 4 оттенка, белый перламутр, розовое золото, это отличная пигментация с самого первого нанесения, нежная сирень, небольшой перламутр тоже имеет оттенок, оттенок огонь, насыщенный медный. Какой сейчас самый популярный оттенок во всех коллекциях тенюшек? Так вот будет. Пойдем к матовой гамме, темный кофейный. Очень хорошо ложится сразу пигмент. Угольный черный. Хорош прям сразу первое нанесение и прям плотно припечатывается. Бежевый нюд. Винтажный зеленый. Смотрите, ядреный, да, тоже. Глубокий синий. Отличная пигментация, правда? Итак, давайте посмотрим, какая палитра у нас получилась. Морозное серебро, золотистый песочный, жемчужный розовый, сливовый тауб. Разбила белый перламутр, розовое золото, нежная сирень, слабопигментированный, самый слабенький. Дальше насыщенный медный, матовые тени, темный кофейный, угольный черный. Нюдовый, бежевый нюд, винтажный зеленый и глубокий синий. Такая вот палитра. Еще раз посмотрите оттенки, как они выглядят. И вся палетка. Протестируем два оттенка румян, розовый и персиковый. Как вы видите, они намного темнее, чем нарисованы на картинке. И нанесем кисточкой. То есть вот так вот розовый пигмент. Легкий, то есть, в принципе, достаточно комфортный оттенок, не сильно бьющий, что мне очень нравится. И давайте посмотрим персиковый, какой он. Хорошие оттеночки. Посмотрю, как в макияже. Мне, конечно, ближе вот такой оттенок, чтобы он был очень легкий в тушевке. Розовый, ну, жду, конечно, терракоту еще, чтобы получился гамма. В принципе, довольна. Два оттенка розовый и персиковый. С таким золотистым еще вкраплением. Стоит 249 рублей и рефил идет в подарок. Еще для терракотового оттенка. Его пока нет на складе. Ну, а вы пробовали эти тенюшки? Если да, обязательно пишите в комментариях. Мне они очень понравились. Это мое первое ощущение, первое применение.
их уже несколько часов, то есть мне нравится, они не скатываются, держатся хорошо, нравится, пока мне очень нравится. 8 часов с момента нанесения макияжа. Кожа, видите, какая жирнючая, но тени лежат великолепно, не скатываются, как и румяшки до сих пор есть. Так что пигментированная. Потом, конечно, через месяц, через два я пойму, какие оттенки мои любимые, какие я просто отброшу, уберу в другую коробочку. Ну а пока наслаждаюсь и экспериментирую. До встречи, пока-пока.